чувствую некоторую недосказанность. Значит, вот уже сегодня 24-е, оказывается, все-таки января, февраля, марта, апреля. Значит, где-то через 2-3 месяца в южных краях, через 2, севернее через 3, начнется посадочное время. И вот это посадочное время везде разное. Меня спрашивают, когда. Думают, я им сейчас им назову цифры. А многие даже не думают раньше майских праздников садить. Поздно, друзья. А та его земля на штык лопаты. Да какой на штык? На 2 пальца. Нагребайте и садите. Лето короткое. Надо, чтобы оно успело вызреть. Это все-таки эмигранты. Так вот, смотрите. Мы с вами вот сюда, в эту коробочку, закопали косточки. Вот они, вот косточка торчит, видите? Абрикосы, которые всплыли. Шикарного королевского абрикоса. Когда-то я вам показывал, как это делается с абрикосами, ой, со сливами. Вот сейчас пора абрикосов пришла. Смотрите сюда. Вот не видно, да? Но они, я специально делал так. Я вижу, вот, нет, не так надо показывать. Вот большим пальцем. Вот и вот. Не так. Вот, вот. И вот видно, я вижу с трудом, но вижу, что я специально прижимал косточки. Как я это делаю? Ну, допустим, я сейчас выкопаю вот эту косточку середины и где-то ее прижму. Для чего? Это называю контрольная. Вот я ее прижал к стенке, и она теперь прилипла. И вот когда часть из них, когда будут сходить раньше, чем бы нам хотелось, контрольный звонок, когда мы видим росток зеленый, он часто их видно, запомнили, да, это очень важное замечание, раз. Второе, меня постоянно, нет, дальше мы продолжим немножко за этим, за компьютером, неудобно здесь держать камеру и командовать. Здесь я скажу одно, лежат в погребе или в холодильнике, накрытые практически герметично, доступ воздуха нет или самый маленький благодаря... Нет, крышка плотно. Раз в неделю проветривание и осмотр. Мне говорят, ну как мы будем? А вот так. Возьмете что-нибудь остренькое, может, кончик ножа. И вот так вот хотя бы несколько верхних пошевелите. Ваша задача убедиться. Если у вас в марте вот здесь уже появится росток, то в апреле-мае садить поздно. Он быстро развивается, даже в холодильнике. Имеется в виду не росток, а корешок. Визуальный контроль называется, пожалуйста. Проветрили, проветрили и проверили на плесень и на всхожесть. Даже на засушливость, вдруг где-то все-таки подсохнет. Таких не сохнет, а вот таких вот, вот покажите ваши руки, уважаемая помощница. Вот, они, значит, в этих пакетиках могут подсохнуть, это я повторяюсь. Вот, поэтому вот такое хранение, потом сюда, видите, туда. Потом сверху еще пакет. За хранение в моих условиях я свободен. Вот. Теперь вот эту часть мы закончили, попрощались до марта-апреля, где, на мой взгляд, большая часть из них проклюнется. А потом я еще буду достану, выковырю проклюнувшиеся или вытрясу. Оставшиеся уже будут в тепле доходить прямо, ну, где-нибудь на подоконник.